Многие в последнее время спрашивают у меня с точки зрения Каббалы, как мы объясняем настоящий кризис. Настоящий кризис Каббала объясняет как кризис глобальный. В чем мы подошли к такой стадии в развитии человечества, когда мы обнаруживаем себя глобально связанными друг с другом, а относимся друг к другу как отдельно существующие элементы, а не элементы одной системы. Люди, которые находятся в одной системе, они должны заботиться друг о друге, они должны думать о том, как они будут существовать в этой системе, каково будет состояние всей системы. До тех пор, пока мы этого не поймем, кризис будет продолжаться, он будет развиваться еще больше и больше во всех сторонах и уровнях развития человечества. Единственное, что нам надо знать, что есть наука, которая говорит о том, как сделать нашу систему общечеловеческих взаимоотношений интегральной, гармоничной, и тогда все кризисы, они исчезнут, и все обратится к нам на общую пользу. Единственное практическое действие, которое сейчас необходимо, это узнать законы нашей взаимосвязи в глобальном обществе. Об этом говорит наука Каббала, это практически является ее темой. И когда мы будем знать об этом, тогда мы сможем выстроить совершенно иное взаимоотношение между людьми и сможем выбраться из всех этих кризисов. Если нет, мы будем противостоять общему глобальному этому течению природы, и постоянно кризисы будут все время догонять нас. Как можно практически выйти из кризиса? Для этого надо рассказать всем людям, убедить всех людей, объяснить им, что мы находимся как в такой системе взаимодействия, где мы полностью зависимы друг от друга. С помощью вот такого образования, через средства массовой информации, через все возможные системы воздействия на человека, мы должны убедить всех людей в том, что мы все зависим друг от друга абсолютно. Если человек получит такое влияние от общества, такое общественное мнение, что действительно зависит от общества, общество зависит от него, у него не будет нового выхода, как следовать этим советам. И он вынужден будет поменять свое отношение на гармоничное, на глобальное, на интегральное. Вот так, тогда мы только и начнем выходить из кризиса. Этот кризис не закончится. Он будет продолжаться до тех пор, пока мы не найдем совершенно новую систему взаимоотношений, общественных взаимоотношений, построенную не на эгоизме, а на отдаче, потому что именно этот закон действует в глобальной системе.